Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну а вот и оно, специальное предложение только сегодняшнего дня. Обратите внимание, предложение одно, да, а предметов целых 27, потому что это компактный набор посуды из 27 предметов европейского бренда Blaumann. Зеркальная красота сегодня для вас в идеальном исполнении и профессиональные продукты, которые вы сегодня будете готовить. Ну и, конечно, подарки. Но и это еще не все, Олег. Мы получаем сегодня бесплатную доставку с каждым заказом. Поэтому звоните прямо сейчас. 2800 рублей ваша экономия. И цена только сегодня за эту красоту 5999 рублей. Но я хочу спросить у Олега. Олег, скажи, пожалуйста, чем отличается профессиональная посуда от простой? Итак, друзья мои, компактный набор посуды, 27 предметов. Это европейский бренд Blaumann. Он продумал все до мелочей. Прежде всего, этот набор многофункциональный. Имеет многослойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами и с правильным термораспределением. Он позволяет готовить вам абсолютно все виды блюд, даже кисло-сладкие. А значит, вы заботитесь полностью о своем здоровье. И самое главное, он еще и компактный. Компактный набор из 27 предметов, и мы с вами получаем потрясающий профессиональный результат. Успейте дозвониться и оформить свой заказ. Но я хочу уже посмотреть, действительно ли блюдо готовится так профессионально, на профессиональный посуду. А мы сначала не будем говорить, а покажем, что у нас получилось. Друзья мои, 27 предметов, компактный набор европейского бренда, уникальное имеет дно. А именно, многослойное термоаккумулирующее капсульное дно с правильным термораспределением. Посмотрите, весь сок остается внутри. Вот это значит, вы легко угостите своих близких, друзей, и они удивятся, как хорошо у вас получилось. Смотрите, причем я запекал одновременно мясо, овощи. Овощи у нас будут служить, соответственно, как соус, потому что мы можем просто выдавить и действительно вот так вот, конечно же, покрыть наше мясо. И главное, вместе с картофелем и сыром. Друзья, я просто хочу вашего внимания. Вы посмотрите, сыр одновременно с картофелем. Посмотрите, какая, как все прелесть, идеально получилось. А все это благодаря, между прочим, 5-капсульному дну, про который Олег и говорил. Вот такой результат вы и будете получать. Я обычно еще сверху фольгу закрываю, чтобы... Не надо это делать. Кто хочет знать, что такое пятислойная капсульная? Внимание на экран. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами. Это уникальная технология, которая была сделана специально для лучших шеф-поваров мира. Что оно вам дает? Во-первых, первый лист идет у нас нержавейка, потом алюминий. Опять нержавейка, алюминий. Так, 5 слоев. Правильное термораспределение. Так. Экономия электроэнергии до 50%. Ну и правильный теплообмен. Слушай, ну подожди, правильный теплообмен. Вот смотри, я варю свои любимые перцы на своей любимой сковородочке. Все здесь у меня греется. Совершенно верно. Друзья мои, у вас такая же ситуация. Смотрите, мы сейчас в прямом эфире вам доказываем, чем отличается пятислойная термоаккумулирующая капсула. Давайте посмотрим. Любимая ваша кастрюлька, алюминиевая, и Елены Шептуновой. Все, казалось бы, хорошо, но есть одно. Но перец у нас не развалился. И даже шляпка от перца не развалилась. Но эта кастрюля не имеет пятислойного капсульного дна. А значит, вот, когда вы тушите, слушайте, друзья мои, вот такой вот соус, у вас пригорает. Двигаемся дальше. Эта кастрюля это никуда есть, не готова. Это есть, ни в коем случае нельзя такую еду из такой посуды. Слушай, ну покажем. Обыкновенная нержавеющая сталь не имеет пятислойного капсульного дна. Здесь просто получилось так, что овощи отдельно... Мясо отдельно. И получается, смотрите, какой мы видим также на дне результат. Опять все пригорело. Слушайте, опять не очень удобно, приходится отмывать, а есть это также невозможно. Это неаппетитно, это есть нельзя, потому что здесь все пригорело. Да. Это вредно для здоровья. Давайте посмотрим, какой результат мы получаем с 5-капсульным дном нашей наборы. Вот оно, 5-слойное капсульное дно. Это европейский бренд Blaumann. И здесь уже все кипит. Мы получили, во-первых, идеальный перец, который абсолютно не развалился. Даже шляпка, которая тушилась, также у нас не развалилась. А теперь минуточку внимания.
Смотрите, вот это вы кушаете. Здесь идеальный блеск, потому что здесь ничего не пригорело. Потому что это Блауман. Пятислойная термоаккумулирующая капсульное дно специальным термораспределением. И это 27 предметов в едином стиле. Это ваше идеальное решение по цене, которое действует только сегодня. Обратите внимание, за 5999 рублей вы получаете 4 кастрюли с крышками. Вы получаете ковш с крышкой. Вы получаете сотейник с крышкой, который может являться как сковородой, так и формой для выпечки. Вы получаете 6 инструментов на подставке. Вот она, наша сковорода, которая сегодня у нас звезда нашего набора. Это идеальное решение. В едином стиле, зеркальное отражение. Это как бриллиант на вашей кухне. Обратите внимание, как все компактно, как все уместно у нас хранится сразу на вашей плите. При этом только сегодня вы получаете подарок от нас. Это фартук и полотенце из натурального хлопка. И это еще не все. Вы получаете бесплатную доставку. Поэтому звоните прямо сейчас, заказывайте, оформляйте заказы. Но я слышу уже ваши вопросы. Вы спрашиваете, малогабаритная кухня у меня такая же. Давайте спросим у Олега, как будем хранить наше идеальное решение. Итак, друзья мои, многофункциональный набор посуды. Мы разобрались с вами с дном. Мы хотим поговорить с вами о компактности. Друзья мои, смотрите, 27 предметов стандартно помещаются в ящик размером 60 на 40, 60 на 50, и вы его легко здесь компактно храните. А значит, если у вас маленькая кухня, не заморачивайтесь, это очень удобно. Компактный набор, идеальное решение в едином стиле украсит вашу кухню и приготовит блюдо на целую футбольную команду, потому что сегодня мы готовим блюдо про запас. Вот да. Я, например, готовлю борщ, а на следующий день он раз и прокисает. Почему так случается? Слушай, здесь этого не произойдет, потому что в той посуде, которой ты готовишь, она имеет просто обыкновенный сплав металла. Ну, обыкновенный, да. А здесь хромо-никелевая сталь. Сталь 18/10. Давайте посмотрим на результат борща. Вот смотрите, борщ. Во-первых, борщ у нас не потерял в цвете. Раз. Он получился идеальный. Два. А самое главное, что хранить прямо борщ вы можете очень долго и, естественно, прям в кастрюле, кастрюля, да? Здесь никогда у вас не закиснет. А значит, вам не надо переливать, потому что сталь 18/10 используется в медицине, в авиастроении, кораблестроении. Это самая безопасная сталь, которая используется, конечно же, в любых технологиях и, конечно же, для общепита. Нержавеющая сталь, специальный сплав, при этом у нас пятикапсульное дно, все идет с крышками. Это европейский бренд Блауман. Это все 27 предметов в едином исполнении, в едином стиле. Это идеальное решение для вашей кухни. И спецпредложение только сегодняшнего дня. Только сейчас скидка 2800 рублей. Только сейчас подарки и бесплатная доставка специально для вас и вкусные блюда, которые вы можете приготовить. Да. Звоните прямо сейчас.